Сегодня мне пришла посылка. Вообще, хочу сказать, что эту посылку я очень долго ждала. От одного растения я отказалась. Это заказ от ОМ. Его поставщик отправил. Потом транспортировочная служба потеряла этот заказ от ОМ. В итоге, спустя, я не знаю уже сколько, этот заказ должен был прийти весной, но он только сейчас пришел. В итоге я отказалась от шалашисты, кому как удобнее и нравится говорить, и я оставила только один единственный, это фрагмопедиум. А, извиняюсь, Офиопедилум, Глаукофилум. Итак. Я, конечно, честно говоря, особо ставок на него не делала больших. Мне почему-то кажется, что тут растение ровно в одну розетку, ни больше, ни меньше. И, ну, почему-то у меня такое предчувствие. Наверное, из-за того, что я уже очень долго ждала это растение и как-то особо никаких ставок на него не делаю. Ну, сейчас откроем, посмотрим, что тут. Та-дам! Ого! Итак, что мы тут имеем? Корешки есть. Корешки. Корешков достаточно. Конечно, его надо полить. Это Пафеопедилум глаукофилум. Всем известен. Он один из родителей Пиноккио. Также я тут в этом месяце, когда вернулась домой, увидела у нас в продаже цветущий глаукофилум, скрещенный на Пиноккио. Тоже экземпляр один из красивейших для меня показался. Он у нас продавался в цвету тоже, но как-то сейчас на данный момент не до орхидей, поэтому я очень сильно воздержалась и решила, что пока на данный момент оно мне не надо. Вот такие вот дела. Так что теперь у меня есть Пиноккио и Глаукофилум. Но, как я понимаю, этому Глаукофилуму до цветения еще ох, как далеко. В общем, мне цветение ждать и ждать еще. И в итоге мы имеем одна розетка, две, три молодых розетки. И, в общем-то, каждая из них. Так. Получается, вот это вот первая розетка, как я понимаю. Возможно, она и цвела. Вот эта розетка и вот эта розетка, они еще не цвевшие. Сейчас я его полью. Беру вот этот вот желтый лист. И, в общем-то, на этом все. Вот это на листьях, это заломы транспортировки. Меня радует, что не одна розетка. Это, знаете, для меня прям облегчение, что это не реанимашка, это хорошее нормальное растение, но оно молодое и надо несколько лет до цветения. Конечно, по сравнению с карги, как пришла одна розетка, то это, конечно, намного лучше. У него такие красивые листья, можете заметить, тоже с таким мелким окрасом. Изображение цветения я, конечно, вставлю. В общем-то, вот такое вот растение мне пришло. И последний мой заказ, это вот я заменила шалашисту на Катлею в размер 4,5. Решила взять замену хилошисти, да. Это Катлея 4,5. Буду ее ждать. Она от Микки. Надеюсь, тоже скоро придет. Ну что, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и хорошего настроения всем.